дорогие рукодельницы, сегодня у нас традиционные вязальные посиделки. Изба вязальная приглашает 20 часов по Москве. Не забудьте, речь пойдет о частичном вязании или укороченных рядах. Что это такое? Где применяется? Как выполняется? И главное, чем можно заменить в ситуациях, когда частичное вязание выполнять сложно? Покажу и расскажу на примерах вязаных изделий. И в конце небольшой мастер-класс, как выполняется популярная сейчас бактус, чайка. Приходите, 20 часов в Москве. Ждем!